сейчас я вот не могу вспомнить, то ли я в магазин отходил, то ли я на кухне что-то делал. Вот. Жена ругалась тещей. Она со своей матерью что-то они цапались. А где это происходило? В комнате. Влетает жена на кухню с бешеными глазами. И говорит, я его убила. Я влетаю в комнату. А чем убила? Задушила. Ну, а руки вот так держалась. Вот. Это я так понял. Я даже не спрашивал. Ну, ни крови, ничего нет. Просто она лежала и все. То есть вы предположили, что задушила, да? Да. Ага. Я послушал, зеркало поднес, ни дыхания не было, ничего, ни сердце не билось. Ну, так как я ранее судимый, неоднократно, я немного испугался, что все шишки свалят на нас, и решил избавиться от тела. Каким образом? Я вытащил его на улицу, обложил досками и поджег. А вечером, когда тело сгорело, я отвез на кладбище. А подожгли как? Ну, в смысле, просто доски подожгли? Или? А нет, масло и бензин сверху. Обливали тело маслом и бензином? Да. Ага. Ну, и облил все доски, тело, и поджег. Так. Когда тело сгорело, я его отвез на кладбище. На чем отвезли? На машине. Ага.